Всем привет, с вами Хилк, это мой третий подкаст. И в этом подкасте первое, что я скажу, это то, что у меня уже больше, чем 1000 подписчиков. Это очень-очень-очень круто. Я хочу сказать всем огромное спасибо, кто меня смотрит, кто подписался. Также у меня уже больше, чем 300 тысяч просмотров видео. Это также очень хорошо. Я буду продолжать выкладывать видео, обзоры и так далее. Это можно отпраздновать, но не до такой степени. Итак, это хорошо, что у меня столько много уже подписчиков, но, наверное, интересно, что я буду делать дальше. Мне уже многие писали, когда выйдет следующая часть прохождения Закоулки Правды, там уже осталась последняя часть, но просто последняя часть закончилась обрывом записи, потому что произошел вылет, и я не знаю, как его исправить. Прошлый раз, когда у меня происходил вылет, я просил сохранения у Сталкер лучше, но сейчас он не может дать, у него уже нет сохранений, так что я не знаю, что делать. Если вы хотите, чтобы я проходил дальше, то может кто-то сможет дать сохранение, но если нет, значит нет. Так, следующее. Я уже в группе ВКонтакте писал, что я хочу снимать сериал, ну, Сталкер. Уже, думаю, некоторые знают, и в скайпе тоже некоторым приглашал, там мне уже помог сталкер-шеф. Но в группе ВКонтакте никто так и мне не предложил свою помощь, так что, если, я еще раз повторяю, мне нужны люди для озвучки диалогов, и если кому-то интересно это, и хотите помочь, то я буду очень рад, и тем более, если вы озвучите диалог, то в описании будет ссылка на ваш канал, если, допустим, вы хотите, чтобы он развивался больше, то как бы такая мини-рекламка. Ну вот и все, что я хотел сказать в этом подкасте. Еще раз всем спасибо, кто подписался на меня. Я надеюсь, это не последнее, мои 1000 подписчиков. Всем удачи и пока.